хотел водички, а? Ребята, вот, вот! Помереть с такой музыкой не дадут. Ты чего так рано поднялся? Как чувствуешь себя? Отпустила. Ночью думал, все, приехал. Ну, полежал бы еще. Федор, от чего прошлый год помер? Потому что лежал. Врачи сказали ему лежать. И он за ними. Дело, говорят. Леха не встал. А еще мог бы ковылять. Належусь. На почту схожу. Здрасте. О, что это ты с позаранку? Натопили. Чаю хочешь? Только пила. Оль, тебя налить? Мне без сахара. Ну уж куда тебе с сахаром-то? Ты б волосы подкрасила б, годков 10 сбросила б. Ой, да куда их кидать-то, Мань? Дай-ка мне 5 конвертиков. Егорова опять 2 перевода. Из Москвы и Свердловска. На 30 рублей. Деньги будете брать? Да нет, пиши на книжку. А письма нет? Кто их теперь пишет? Чё это ты? Да плохо, мой Саня. Боюсь, до лета не доживет. Вот хочу детям написать. Может, приедут. Ну, как же, жди. Они ведь, небось, 5 лет не появлялись. Наташка-то была. А, да. Так надо телеграмму отбить. Чего письма писать-то? Писем теперь никто не боится. Ну что, я не хочу никого пугать-то. Невкусно без сахара. А сколько деду? Саша уже? 80? Нет. 83 осенью будет. О, время летит. И чего это вы за него пошли? Богатый, что ли, был? Богатый. Богатый. Посмотрим, за кого ты выскочишь. За Андриана. А кто это такой Андриан? Андриана Челентано из Италии. Прима, эравамо две меличи. Взбеситься можно. Самый намораты, это кванто че на море. Завидую я тебе. Ты почти 40 лет со своим-то прожила. Баську родила, грудью выкормила. Все как положено у бабы. Кадута им брачо тей, кіпі бой де леж де рам, сине море рам. Пай-пай-пай-пай. Да циц ты, кобылица необъезженная. Со своим Андрианом. Речки бы полоскать. Совсем бы запах другой был. Ага, в нашей речке только красить можно. Да. Едет кто-то. Пойду погляжу. Может, из наших кто? Ты ли это, Варвара? Я, Саня, я. Вот помирать приехала. Ну, будет тебе, будет.
так уж сразу и помирать. Правду, Саня, говорю. Правду. Здравствуй, Александр Петрович. Здравствуй, Юра. О, и Светлана, смотрю, приехала. А ты с бородой дядь Саша опять помолодел. Правда, мам? А он всю жизнь на Аксинью равняется. Ну, а как же. Да. А вот я, Саня, ног-то ведь совсем не чувствую. Надо помирать. Так, как же это вы в нетопленную избу? Нет уж, давайте-ка сначала к нам. Давайте, давайте. Пустите-ка, дайте воздухом дыхнуть. Не надо было мне уезжать. Хорошо-то как. Таять начала, покоя от нее нет. Везите, говорит, в деревню, и никаких слов понимать не хочет. Мы уж и так, и этак. Лето хотели дождаться, отпуска взять. Нет, говорит, помирать сейчас поеду. 2 года почти не встает. Только что горшки за ней не носим. Светка измучилась вся. Как же она тут одна? Ну, Светка отпуск взяла, потом я, а дальше видно будет. Метап чистый. Посиди. Да. Я ведь к вам не в гости приехала. Я домой приехала. Ты что, на ферме еще? Ой, нет. Не на пенсии. Нет фермы. Некому работать. Кто на химкомбинат пытался, кто в город. А дети-то как? Навещают? Случается. Угу. Понятно. Пропал бы ты без Аксиньи. Гляжу, пропал бы. Кто? Я? Конечно, пропал бы. Чего уж там. Ну вот. Мама. Погодите, погодите. Дайте самой. Мама. Держитесь за плечо. Нет, нет, нет. Пойду домой. Одна пойду. Там же не топлено. Да и пол хотя бы сначала надо вымыть.
Ждите. Мама! Васенька! Сынок! Ой, Господи, приехал. Батюшки, ой, родненький ты мой. Отец, ты посмотри-ка, приехал. Ой. Явился, поскребыш. Здорово, батя. Ну, как ты? Скреплю, не жалуюсь. Ну и хорошо. Пошли, пошли. Ах, да. Пошли. Вот, ну-ну. Все сам покрасил. Вот, видишь? А я чудом успел на комету. Да ну. Да. Вот, идите. Давай, мать. Ой, Гелене, ты скоро год, а ходить не хочет. Ползать стала 7 месяцев. Теперь на 4 двигает быстрее, чем на 2. А, умора. Валентина говорит, до 2 лет ползать будет. А, хорошо. Хорошо. Еленой нашу внучку назвали. А я что, не писал, что ли? А почему Гелена? Наших имен мало, что ли? Валентина говорит, красиво звучит. А чё, правда? Гелена. Тебя спасибо. Почему Василием назвали? В честь деда. Имя с потолка не берется. Я как услышу, Вася, так тебя вспоминаю. И да отца ладно, своего. Да ладно, мать, подумаешь имя. Подумаешь. Подумаешь и не скажешь. Может, дед со своим именем душу тебе передал? Имени мало, значит. Где же это мой муж? Ну, говорить, что делать-то? Вроде нечего. У меня 5 дней всего. Специально приехал. Дрова наколоть, картошку посадить. Ты посмотри, Васенька, дров-то сколько? За 3 пятилетки не истопить. И с картошкой сами управимся. С женой бы приехал. Внучку бы привез. Понянчиться. Нет, не получится. Нам квартиру дают. Правда, небольшую, 2-комнатную. Но на 3 хватит. Я бы, конечно, не отказался, если бы дали 3-комнатную. Вас бы к себе взял. Вот. А?
Обедать пошли. Ты, сынок, не оправдывайся. Если бы ты и позвал, мы бы отсюда никуда не поехали. Вот так, Василий Александрович. Надо кому-то и деревню сторожить. Шагай. Ты, мать, мне эта рыба в море надоела. Чего ты нас так испугала? То письмо, то телеграмма. У меня там самый пожар. Квартира эта. Валентина одна с Геленой. Потом мне скоро в море. А ты поезжай, сынок. Чего томиться-то? Завтра и поезжай. Повидали, слава богу. А брусника поспеет? Мы все к тебе приедем. Вот хорошо. Вот и ладно. Не переживай, Саня. Все, Василий, ладно. А с огородом управимся. К Алексею с Кирюшкой поедем. А? И к Наталье с Мишкой в Москву. Как ты думаешь? Где уж мне уж? Ну, ладно. Сань, прямо как жених. Вот, Ксюша, все снял 2720. Прибери. Ты зачем же все-то? В городе мало ли кому понадобится. Там, я слышал, деньги, как песок меж пальцев. Прибери, прибери. Ну, ладно. Только куда я их? Пусть тебя будут. А? Ты-то как, Сань? А я, Ксюша, как Гагарин. А как Гагарин-то? А что сказал?
Не знаю. Он сказал, поехали. Поехали. Ничего, Ксюша. Вытянем. Чешется. Щекотно, рука чешется. У тебя ее нет. Это ж надо. Что ты? 40 лет с хвостиком минуло. Ну, как в Крыму оторвало. А все, щекотно. Ну, успокойся. Это раньше бывало. Да. Заболеет так. Угу. Заноет. Ага, так ни разу. С чего бы это? Успокойся. Что ты? Так, вы садитесь на трамвай, езжайте, и там спросите, и вам скажут. Хорошо? Спасибо. Нам не пора. Вы не волнуйтесь, я вам скажу, когда выходить. Не надо на Спасибо. Хорошо. Хорошо. Вот. А потом мы поедем к бабушке. Дом такой хороший. Здрасте. Здрасте. Аккуратней. Не запнись. Где же они? Да подожди. Надо было телеграмму послать. Надо. Кирюшке поедем. Поедем, Кирюшке. И ты. Покурю вот только. Сегодня вроде выходной. Куда же они подевались? Вы кого тут ищете? Егорова. Алексея Александровича. А кем ему доводитесь? Вот отец родной. Бронсон, подарок Алексея Александровича. Его. Нет, я не курю, и вам не советую. На фронте или так, авария? На войне. А Лёшка где? А что, не знаете? В командировке он, в командировке, в Африке. На 2 года со всей семьей. Угу. Да. Поехали, Кирюшки. Подождите, подождите. Алексей Александрович попросил меня в его отсутствие за квартирой поприсматривать. Ну вот. Отдохнете с дороги.
Проходите. Я Чернов. Павел Иванович, подполковник запаса. Ну вот, тут располагайтесь, повесьте можно. Я сейчас. Черт. Алло. 2:45. Чернов. Я пришел. Ага. Квартира на контроле. Проходите. Там комната заперта, а сюда, пожалуйста. Умыться с дороги не желаете? Как раз новую сантехнику перед отъездом поставили. Ванную финскую. Да я бы искупалась. А Саня потом. Тогда по коридору вторая дверь направо. Угу. Это что? Сестра? Жена. А это вот хобби вашего сына. Чего? Ну, коллекционирует он, собирает зажигалки. По зажигалке я и вас-то признал. Ага. Вы кем войну-то воевали? Солдатом. Я имею в виду звание. Рядовой? Рядовой. Вот скажи мне, солдат, когда в атаку поднимался, ты что кричал? Ну, разное кричал. А за Родину, за Сталина кричал? Бывало. Только меня за это еще никто не упрекал. Ну, еще попрекнут. Вон в газетах пишут, если б был жив Тухачевский, фрицы дальше бы Бреста не прошли бы. Дозволили. Что хочу, то и наворочу. А вы где воевали? А что? Ну, не так. Просто интересно. Начал под Брянском, окончил под Берлином, а потом еще 30 лет служил. А ты что, солдат, считаешь, может, зря инвалидом стал? Почему зря? Не зря. За победу. Я вам, товарищ полковник, скажу. Из нашей деревни 27 мужиков на войну пошли, а вернулось 6. А 3, таких как я, кто там? А? Ну и какой вывод? А-а-а, вот и вывод. Бабам рожать не от кого было. А про Тухачевского нам наш ротный рассказывал. Знаменитый полководец был. Да что мог понимать какой-то ротный? Понимал. Хороший был ротный. Понимал. Солдата от снайпера заслонил. 3 детей у этого солдата было. 4. Ну да, Кириллка после войны родился. Ну вот я все. Иди теперь ты, Сань. Не хочу я, Ксюша. Поехали к Кириллке. Ну, а если его нет дома?
Есть телефон. Я помню. Можно позвонить, Кирилл Александрович. Хорошо бы. Алексей Александрович, правда, наказывал брату только в крайнем случае. Но я думаю. Кирилл Александрович, здравствуйте. Сосед вашего брата, Чернов. Тут к вам гости. Родители ваши. Здорово! Здорово! Чё сразу не к нам, да? Обижаете, братцы. Прошу, мамуль, вот так. Лёгте, под жарким небом Африки. На новые волны приедете. Все, помоги, мало. Никак. Ты вот сюда, что ж ты? Вот, вот сюда. Садись. Мы с Зинулей на прошлой неделе к вам собирались, ну, то да сего. А я сюда. Вот сюда. Только пристегнись. Пристегнись. Вот так. Держи. Ну, вы тут как раз... Вы тут как раз и приехали. Славненько. Ну? Теперь зову салагаю. Салагаян, салаги все мои друзья. На гражданке быстрый лягаю. Теперь зову салагаю. Ну, а с Алёшкой ты что ж? Не дружишь, что ли? Алексей Александрович, бать, большой человек. Другие друзья, другие песни. Год три как не видались. Год-три. Перед Африкой звонил, говоришь, у вас не забывал. А с Зинкой у нас все нормально, все по-простому. Мест навалом. Димка в армию пошел. Я вам писал. Вот скоро на присягу поедем. Здоровый вымахал. Не узнаете. О, вы ж меня. Честное слово. А? Детский мир. А? Красотища. Вот этих домов не было. Лет 15 не было. Да не гони так, Кирюш. Ничего, мать. Я тут каждую колдобину знаю. Зинка обрадуется. Свет светит как все, а? Красотища. А чего ж с Алёшкой у вас так получается? Братья ж. Братья, когда Лёшку главным технологом назначили, ну, я с завода ушел быть. Ну, по его предложению. Ну, не хотел, чтобы в семейственности обвинили. А может, ему неловко, что я простой работяга. Как так, Кирюх? Ничего, мать, ничего. Таких слесарей-лекальщиков, как я, в горе, и он раз-два и общался. Точно говорю. Все путем. А? Подъезжаем. А? Вон там пятиэтажечка. Я не знала, что вы приедете. Не приготовилась никак. Надо было бы на рынок сбегать. В магазинах хоть шаром покати, выходные особенно. Ну ничего, я успею еще до работы. Да ладно, Зин, ты не волнуйся. Я не волнуюсь, пельмени есть. Ма, как с дорожки-то, а? Неплохо было бы. Кирюш, мы уж отгуляли и отпили свое. Да. Ладно, мы эту гадость у себя и не держим. Верно, Зинуль? Верно. Опиум. Да. Пойду машину отгоню. Вы не обижайтесь на нас, ладно? Да что ты. Ну, все-таки. При встрече положено, а я боюсь, понимаете, ему только начать. Господи. Да нет, он пока не пьяница. Месяцами в рот не берет, держится. Ну, вот сегодня вы позвонили, и он какой-то такой сразу веселый стал.
А я боюсь, когда он такой веселый. Боюсь. Может, еще и пронесет. Много прекрасного, облагораживающего чувства. Чего у тебя с ним? Сейчас, самолет. Раз на раз. Ну, бать, ты даешь. Да голодный смерть так недалеко. Ужинать пора, мы еще не завтракали. Ничего, Кирилл. Зато теперь как огурчик. Ну, пойду пельмешки разогрею. Огурчик не помешал бы. А? Ну-ка, умывайся и за стол. Я тебя 5 часов дожидаюсь. Ну что, бать, со счастливым прибытием? А? А, да не буду я, сынок. Ну, не будешь. С прибытием? Да нельзя мне уже. Ослабел совсем. О, ослабел, ослабел. Сейчас мы и головочек-то свернем. Ты что, Кирюша? А что такое, что? Ему нельзя, а тебе тоже. Мать, я не понимаю. Ну что, алкоголь, что ли, какой? Ну, чтоб в одиночку втихаря пить. Я ж не с бухты барахта, родители приехали. Столько лет не виделись. Ну что, не прав, что ли? Ну что люди скажут? Мне налей, а отцу не надо. Молодец. Давно так. Ты женщина с понятием, верно? Она? Ого. Зинуль мою научи. Зинку. Я ее научу, как тебе рот проволокой зашить. А что проволокой-то? А чтобы нитка не запрела. Ну, взяли. По одной. И все. Вот так. Договорились же. Мать, не уважаешь ты меня как-то. Ну, я понимаю, конечно, ты так сказать, мать не родная, двоюродная. Не уважаешь. Замолчи! Ты чего? Ну? Она тебе больше, чем родная мать. Ну, с языка сорвалось. Иди, повинись перед матерью. Кому говорю? Ну, вот. Для меня ведь жизнь не жалко. Во. Мам, мама, ну пошутил, ну с дур пошутил. Ну чтоб не мешало. А? Ну хочешь? Язык сейчас дверью прищемлю. Ну, ма, а? Тебе лечиться надо. Прощуша. Ни в одном глазу. Ни в одном глазу. Ну, все, простила. Ну, хорошо. Ну, вот хорошо. Вот так. А? Все, все. Я еще. Вера, мать, единое не сокрушать. Не сокрушить.
хочу у тебя жить. Погоди, батя! Погоди! Ты простила меня, мать? Простила. Ну? Правду прости. Я не прощу. В Москву поедем. К Мишке. Куда? Что ты мелешь? Мать, в Москву. Мишку повидаем. Собирайся на вокзал. К Наталье заедем, к сеструхе, а? Ой, Наталья обрадуется. Правильно. И Зинку твою возьмем. Ну, нет, Зинки. Давайте чай пить. Нет, мать, я, знаешь, как в Москве был? Так, проездом. Батя вообще не был в столице. Батя, точно. Верно? Ну? Никуда я с вами не поеду. Как Зинка? Ну, как Зинка? Такая же оторви, да брось. Держи, моя жена крапива. Только на нее мороз пал. Ну, не хочешь оставаться? Ну, Батя, Что? Момент. Что? Слышь, там маленький такие. Ворон, ворону, глаз. Все, Кирюшка. Так, все. Вещички. Так, вот, лифтом поедем. Нет, пешком, бать. А? Погоди. Нет, что? Ну ты идешь, мать? Давай. А где Ксения? А, вот. Пошли. На вокзале пиво. О, первый класс. Так как ветерану без очереди полагается. Полагается. Батя, у меня же не копье. Зинка, зараза, все от копейки прячет. Пустое. Бать, ты ж миллионер. Бери сколько надо. И на билеты бери. Батя, спрячь, батя, Ты что, деревенскую сберкассу грабанул, а? Дурак ты, Кирилл. Осенью корову продали. Потом кабанчика зимой. А на что нам? Пенсию девать некуда. Алешка с Наталкой посылают. Васька. Из Москвы к Ваське в Мурман маханем. А к Лехе в Африку. Не в жесть. Железнодорожный вокзал. Согласен. А у Васьки как раз новоселье скоро. Ага. Батя, приехали. Водила, погоди. Батя, батя, скорей, выходим. Давай, просю ручку. Вот так, аккуратненько. А, и ну, Ксения, а, давай, как ребенка. Вот. Стоп, вот здесь останемся. Где окурки наплеваны, там вход будет. Кирилл, вагон-то какой? Плацкарт. Именно плацкартный. Я говорю, номер какой? Любой. Здрасте вам. Батя, мы втроем. Мать, давай вот так. А сюда? Билеты есть. Мать. Мама, давай за мной. Вот, вот, билет. Кирилл! Вот. Ты куда это, паразит? Так, билеты. О! Наш три. О, батя. Ну-ка. Ой, билет-то ведь у него же, Кирилл! Кириллка, билеты! Зинуля! Кирилл, прыгай! Прыгай, а то поздно будет! Кирилл, слышишь? Ну прыгай, прыгай! Поздно будет, Кирилл! Давай, жми! Разряд помех получим! Я кому говорю, прыгай скорее, а то поздно будет! Ты слышишь меня? Прыгай!
вчера я дурака свалял. Возвращайся, Кирюша. Пока далеко не отъехали. Возвращайся. Все. Ой, Господи. Все. Ты прости. Прости. Чего уж там. Как вот я знаете, в глаза погляжу. Как приеду, сразу в наркологическую пойду. У нас на заводе есть. Ух ты. Зинуль давно просила. Все, 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 все. Батя. Батя, вставай, проснись. Приехал я. А кто тебе сказал, что я сплю? Не-не-не. Крупную тебя боюсь я. Ну, в самый раз. Все. На-на-на-на. А то с твоими в Африку долечу. До дому хотя бы долетел. Все. Приехал. Простите. Простите. Как ты меня назвал? Мама. Мама. Умница ты моя. Так меня и зови. Мама. Что такое? Ну, отпусти, замуслярила совсем. Чего плачешь? Невесело у нас получается, Саня. Отец, Ксения Васильевна. Да вы или это? Да, Кирюха-то написал, что вы в 9-м вагоне едете. Могли разминуться. Ну? Мишка, да ты же поперек себя шире стал. Ладно, батя тебе. Батя, гляди, а седины-то волоса. Чего ты пристал, ты ему сразу дай. Ну, пошли, пошли. Только ты, батя, совсем не меняешься. Такой же, как был. А ты думал. Я возьму, Ксения Васильевна. Пошли. Да, Наталья-то хотела приехать. А чего? Ну, подимениться не смогла. Ночное дежурство у нее в поликлинике. Да. Нам тут недалеко. Добрый вечер. Здравствуйте. Марина Игнатьевна, вот родители. Здравствуйте. С приездом вас. Здравствуйте. Ой, извините, я в таком виде. Проходите. А кто это? Соседка. Проходите, пожалуйста. Господи, Катя, как выросла. Точно. Внученька, красавица. Это не Катя, отец. Ксения Васильевна, это моя жена, Лена. Здравствуйте. Здравствуйте. А Нинка твоя где? Катя где? С Ниной мы разошлись. Катя
со студенческим стройотрядом сейчас на севере, а мы с Леной вот уже 2 года как женаты. Проходите, садитесь. Лен. У меня там утка в духовке. Пойду посмотрю, хорошо? Ага. Пожалуйста, давайте я повешу. Пожалуйста. Ну, Мишка. Ну что, бать, что? Обыкновенная история. Она ж тебе в дочке годится. В дочке годится. Тебе, батя, сколько было, когда ты на Ксении Васильевне женился? А, выходит, я весь в тебя. В меня? В тебя. Только мы от вас не скрывались. Помер бы. Так и не узнал бы. Да ладно тебе, батя. Это теперь я на них гляжу, и сердце радуется. А сперва я против его была. В дом даже не пускала. Звонит, бывало. А я Леночку к телефону не зову. Ой, Миш! Был, Марина Игнатьевна, был. А уж что плела я на него. Ой, стыдно вспомнить. А теперь... Думаю, хоть бы им подольше квартиры не давали, чтобы они не съехали. А эта комната чья? Это Леночкина. Миш не стал делиться с Ниной. Он все им с Катей оставил, с одним чемоданчиком перешел. В примаки, значит, подался. Отец, ну. Ой, Александр Петрович, насмешили. Вот у меня, как на духу признаюсь, 4 мужа было, и все жили тут, правда, по очереди. Сколько? Ты что смеешься-то? Не верит. 5-й намечается. А что в старости остается? Воспоминания. Вот я и хочу, чтобы было что вспомнить. Мужиков одних, что ли? А что еще остается вспоминать? Ну ладно, я пойду. Ребят, я у себя вам постелю. Спокойной ночи. Спасибо, Марина Игнатьевна. Спокойной ночи. Это ж надо. У нас в деревне мужиков 1-2 и обчелся, а тут не говори. У 1-4. Справедливо это, а? Вы ешьте. Ешьте, пожалуйста. Ты нас, дочка, не бойся. Ты нас понять должна. А я понимаю. Конечно, Миша должен бы сразу обо всем написать. Но мы поехать к вам собирались. Да. И Катя тоже хотела. Она к нам часто приходит. Мы к вам обязательно приедем. Вот когда? В августе отпуск возьмем и сразу к вам нагрянем. Можем и в августе. Чудно тут у вас все. Мы совсем бы приехали. А? Красота у нас. Работай, только запрягайся. Мишка, а своя земля и в горсти мила. Аль не тянет. Бывает, тянет, батя. Тянет. А ты, дочка, что об этом думаешь? А я куда, Миша? Мы подумаем, батя. А добра добра не ищут, но мы подумаем, честное слово. Не дождусь, видно. Только, Мишка, на чужой стороне и сокола зовут вороной. Ты кто на чужой, батя? А мы в Москве живем. Звонят. Сань. Ой, Наталюшка. Ксения Васильевна, здравствуйте, здравствуйте, дорогая. Наталка. Ах, папка. Ой, папа. Наташенька. Твой.
Да ну. Постарела. Ой, я ж билет взяла на субботу, чтобы к вам ехать. Ой, вы даже не представляете, как хорошо, что вы приехали. Так, все, собирайтесь, едем ко мне. Сашка с Николаем на юге отдыхают. Как вам, Лена, понравилось? Хорошая. Папа, тебе? А у Нинки с Мишкой что приключилось? Ну, Нинка шлялась. Мишка столько лет терпела, а когда решился, она в партком побежала жаловаться. Ленку подкарауливала, грозилась ее покалечить. Даже одежду его не отдала. Ну, а Катя из-за всего этого из дома ушла, живет пока у нас. Господи, а ведь нам ни единого слова. Ну, что ж на вас наши беды-то наваливать, господи? Не чужие ведь. А Мишка еще нам посылки посылал. Красота-то какая! Красота! У нас на речке лучше. Наташ, а ты чего загрустила? У злой Натальи все люди канали. Ой, Николай моего из отпуска отзывает, чтобы их черт побрал. А у Сашки легкий, слабый, поздний ребенок. Ему бы в Крыму на море побыть немножко. И у меня ничего не получается. Больницу нашу переводит новый корпус. Ай, ладно. А где ты говоришь? Они в Крыму загорают. Да в Малореченской, дикарями. Мы с Ксенией Николая подменим. Ой, пап, да ладно, в такую даль жара там. Так и сообщи. Вот. Сань, ведь не довезу я тебе. Пап, правда? А ничего, Ксюша, вытянем. Глаза мои на него не глядели. Убьется ведь. Молодец. Не зря его в мою честь Сашкой назвали. Домой. Обед разогрею. Нет, а? Ты бы окунулся хоть, растаешь так. Я, милок, летом на печи не таю, не то что. Не надоело меня пасти-то? А ты что, телок? Так что ж вы за мной ходите? Мамка велела. Так я не маленький уже. Ёрш колючий.
тебя, внук? А? А что? Нет, ты скажи, любимый? Ну, конечно, любимый. А в чем дело? А ты для любимого внука 50 рэ не пожалеешь? А зачем тебе столько? Понимаешь, дед, ружья в магазин привезли. Во вторник продавать начнут. А мне отец обещал, да не было их тогда, для подводной охоты. А какая ж охота под водой? А? На рыбу, дед. А? Лобаны ходят по 5 кило. Ай, ври. Кефаль. Уфари. С бабкой надо посоветоваться. Дед, это же наше мужское дело, охота. Ладно, посмотрим. Ну, дед, человек вор. Пошли, а то есть охота. Иди, я подожду. Побуду еще. Смогу, наверное. Пришел я, ребята. Пришел, ротный. Родные. Зови детей, Петрович. Ужинать пора. Ну что смотришь? Или не нравлюсь?
Дедусь, ты живой? Принеси-ка воды. Давай поднимем его. Так. О, дедок, ты при полном параде. Как он сюда забрался? Ну-ка, достань коньяк. Так, расширим, дедули, сосудики. Ребята, ну что вы там возитесь? У нас же мухи сидят. Ого. Слушай, может, он подпольный миллионер? Может. Так, посмотрим. Егоров Александр Петрович. Не местный. Интересно, как он сюда забрался? Давай освободим коляску и отвезем его в поселок. Дедусь, а ты у нас просто герой. Спасибо вам, ребята. Ты что туда? Помирать забрался? Проведать. Понятно. Воевал здесь? Воевал. Ну, извини, что до дома не довезли. Спасибо вам, ребятки. Живи 100 лет, дедусь! Спасибо! Ребятки, спасибо. Thank you.
взять, не взять. Вдруг собрался помирать. Думал, пусть я погрущу, только я не отпущу. От смерти не посторонишься. Мы еще посмотрим.